В инженерно-технологическом лицее прошел педагогический форум. Руководители образовательных учреждений подвели итоги первого учебного полугодия и поделились профессиональными планами. На встрече побывала и наша съемочная группа. «Стремись выше» – название форума говорит само за себя. Образование – это та отрасль, где нельзя стоять на месте. Результаты единого государственного экзамена – главный показатель работы педагогов. В этом году планка высокая. Подготовить 60% учеников на оценку 4,5 по ЕГЭ по русскому языку и математике. ЕГЭ говорит сам за себя. Конечно же, это сдача выше минимального порога. Это первое. Второе качество говорит о том, что дети, сдав 3 экзамена, должны набрать 220 баллов и выше. И это позволит безболезненно поступить в ведущие вузы Москвы и Подмосковья. В системе образования кадры решают все. Отбор профессиональных сотрудников – одна из значимых задач руководителей школ. Директора, которым удалось набрать хорошую команду, поделились секретами поиска. Говорили на форуме о достижениях отдельных учебных заведений. Инженерно-технологический лицей стал муниципальной площадкой для подготовки детей к олимпиадам по 5 направлениям. Это робототехника, электроника, программирование, информационная безопасность и искусственный интеллект. Поэтому мы с сентября месяца готовы оказывать на нашей базе подготовку уже учащихся не просто одного инженерно-технологического лицея, а всех соседних, близлежащих, ну и в принципе через дистанционные технологии, такие как видеоконференц-связь, подключать весь городской округ. Персональный подход к медалистам – еще одно направление, на которое обратили внимание педагогического сообщества. К этой категории учащихся тоже изменились требования. С 2021 года учитываются результаты ЕГЭ по 3 предметам, а не по 2, как это было раньше. Причем по каждому из них надо набрать не менее 70 баллов. Луиза Игязарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.